сегодня я покажу, как снять инжекторы с Форда. Так, Форд у нас транзит. Ну, эти обратки пооткручивали все. Пооткручивать, убрать. Сальники. Тоже снял. Ключ идет, по-моему, или 19 голов, или 18. Сейчас найду. На 21, по-моему. Есть ключи длинные головки еще. Но мы с этим будем справляться. На рынке стоит бушный такой инжектор до 20 фунтов. Да, вот. Да. Вот наш инжектор, как снял. Вот, на резьбе. Его хуяк открутили и вперед. Вроде бы это открутил. Сейчас посмотрим. Крутится, крутится. Это легче, блядь, пошел. Это легче. Да. Короче, ребята, вот так и делайте, и вы его откроете. Есть специальный ключ на ключе сверху, чтобы быстро по башке ёбнуть и вытянуть. Но не хочется мне его доставать. Все, ребят, всем пока. У кого там какие вопросы, пишите комментарии. Все, бай-бай. Удачи всем.